Совещание, посвященное работе отдела в ушедшем году, прошло не на самой позитивной ноте, несмотря на то, что принятыми мерами удалось обеспечить надлежащий контроль за оперативной обстановкой в городе, не допущено массовых беспорядков, проявление экстремизма и терроризма во время общественных мероприятий. В целом, итоги работы полиции имеют ряд как положительных, так и отрицательных моментов. Так, на территории оперативного обслуживания в 2016 году зарегистрировано 2939 преступлений, рост плюс 6%. В общем, количество зарегистрированных возросло и количество тяжких особо тяжких составов преступлений с 499 до 557. Соответственно, их доля в числе всех зарегистрированных возросла с 18 до 19%. При этом следует отметить, что рост числа тяжких и особо тяжких преступлений произошел в первую очередь за счет поставленных на учет преступлений данной категории по линии незаконного оборота наркотиков. По итогам 2016 года возросло со 145 до 214 количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе поставлены на учет 168 фактов сбыта наркотических средств. Выявлено 64 лица, совершивших преступления, связанные с НОН, в том числе 5 несовершеннолетних. В суд нами было направлено 54 уголовных дела указанной категории, в том числе 36 – это тяжкие, особо тяжкие составы. Из незаконного оборота было изъято более 6 килограммов наркотических средств, в том числе 90 грамм героина. Ушедший год отличился ростом пьяной и подростковой преступности. Количество преступлений, совершенных на улице, возросло более чем на 13%. На 15% выросло количество преступлений в отношении лиц пожилого возраста. Вместе с тем, в отчетном периоде не допущен рост преступлений имущественного характера. У ленинско-кузнецких полицейских увеличилось количество раскрытых преступлений. Сегодня это один из самых высоких показателей в области. Количество погибших граждан без учета дорожно-транспортных происшествий в 2016 году также сократилось с 41 до 27. Активно проводимая профилактическая работа в жилом секторе по выявлению превентивных составов преступлений в отчетном периоде способствовала сокращению количества зарегистрированных умышленных убийств с 25 до 8. Причинение тяжкого вреда здоровью с 93 до 70. По итогам работы за 2016 год межмуниципальный отдел занимает 12 место среди 31 органа полиции области. В завершении совещания начальник межмуниципального отдела МВД России Ленинск-Кузнецкий Валерий Башков поблагодарил личный состав за службу. За высокие показатели в оперативно-служебной деятельности глава города Вячеслав Телегин отметил лучших сотрудников полиции почетными грамотами и благодарственными письмами.